этот говорит, короче, ребята другие говорят, надо этот скильдонас, а с острова, короче, зависит от боссов. Я бы в ЦВК 25 храм на некоторых боссах, которых мы очень быстро убиваем, советовал одевать спроковые шлемы. Это я бы советовал так. Кто как хочет, так и будет. Ну, типа с острова. Вот ЗС и Ока, в которой босс очень бой длинный, я бы советовал одевать нахуй на статы шею. А это если у тебя не апнутая шея с острова, как у меня. Ты не 250 или какая-то. Император. Плюсы. Кофе. Блин, а ребята, а на острове Эхо никто не берет сундуки, блин? Они пропали, что ли, вообще? Не в курсе. Пять ключей, блин, толку нет. Сундуки ты ищешь? Ну, они пропали вообще. Сундуки в корабле, они лежат в воде, в корабле. Все корабли, блин, минус 40 вчера перерыл, не было. Ну, так, не знаю. Раньше были, сейчас нет. Покурить не успел, ладно. Турбо, у тебя сундуки пропали на острове? А я уже почти подъездил. Они не пропали. Резать теперь намного дольше. А что, Турбо здесь, что ли? Да, здесь. Ты сундуки-то вчера нашел, нет? Да, 8 сундуков. А где они вообще? Я найти сегодня вчера не могу. Ну, я после ребута их собирал, но не все были на месте. А сейчас 0. 5 ключей. Денег 0. Да я вон плюсую, плюсую, никто не сможет. Подождите. О, Оля, спасибо за сумон. При том, что я тут уже. Ты на паладине, да? Да. Меня раньше сдерживало это. Только чешка, теперь ничто не сдерживаешь, чтобы и другими ходить. Напомни, кого? Квадрат. Минус один. Кто? Ну смотри там. КД пишет. Давай маленький-то ли кого? В смысле с прошлой недели? Но ты хан так и не открыл еще Т4? Ой, Т5.
Че не открыл? Я не тебе. Я нет. Воронки остались, говоришь. Блин, с кольцом, конечно, лучше, мне кажется, как понять. На одного перекида кого-то. А ну-ка, не кидай мне желтую джагу, а? Тур. Алиса, называется рекаунт. Я не помню, как называется. Два человека на сумон. Сила на исходе, древнейшая. Скоро ты присоединишься к своим друзьям. Thank you.
Ребят, я почти прилетел, но я случайно выключил чуваком. Сейчас буду, через пару минут. Угу. Шлак. Ну, как по мне, да. Кто-то говорит, что она крутая. Если у тебя лучших других нету, то это... Ну, это понятно, что любая тринка так. Если лучше нету другой, то это хорошо. Я рыбу вам подставил. Жрите. Под сомалийский жопой, нахуй. Уйди, блядь, сомалийский. Раз добавил КТП, я помню, топчется по рыбе. Четыре паладина, три ауры, как так? Четыре паладина есть, холипал, у него не вкачан крест, и креста не висит. Как так? Потому что я не вкачал крест и не буду вкачивать. Ну ты даже его не накинул. Я кинул каски, я не знаю, как так, и почему у нас сомалийский не дает каски. Может, потому что вы дали раньше мне каски? Ну, потому что мы били трэш, нахуй, я смотрю, до сих пор не было касок. Нет, Войт, не подошло. Это что, босс? Куда он убежал? Профи хард, блять. Чё там профи хард? Чем подошёл ко мне? Ты же видел, я от тебя отбегал. Я наоборот ушёл, блин, чтобы ДПС. Да ладно, ты в воду спустился ко мне. Да лук горячий стал. Ты ласты задом наперёд одел. И на трубку сел.
Ничего, у вас два шамана. Один может поставить атом на ману. Смысл вам от моего креста не вкачанного, если он такой же? Я просто очень-очень рофлю с того, что у тебя вкачан кулак, но не вкачан крест. Да, потому что не вижу смысла. Пошлите за суммонем Хмурого, он возле данжа, он не знает, как спуститься. Один человек со мной. Ребят, есть у меня 2 минуты сходить покурить, а? Отойди к порталу и отходи. 2 минуты покурить, бегу там. Есть, кидай пать. Трейд кидай. Хорошо. Заебись. Цирк приехал. Нужно сильнее страдания. Бля, сказал же, перекур 2 минуты. Кто? Ничего. Третья копия, алло. Гей, дурачки, работа. Thank you.
Ебать, сука, себе. Он шотнул Волмана. 8 стаков, бля, конечно, шибет. Да. Алло. Что у вас? Как это могло произойти? Так, уже время будет. Пришел, покурил. Уже время будет. Почти. Ну да, по 8 получается. Миша про? Или нет? Я не знаю. У него всегда звук включен. У меня на кнопку нет. Кто еще умирал, кому надо рибав? Шаману. Порогом дайте. Хотя бы кулак и все. Остальное перейду уже перед боссом. Задрал мне стаки. Чё, мастер, зов вчера упал? Сегодня не упал. Все стаки сбивает, блин. А-а, он назад можешь выкинуть свою дом нахуй. Сейчас основной босс, да, получается? Подскажите еще статику. Один раз ходил. Не главное, как вы вести себя. Вы в курсе, что скада каждый раз скидывается, блять, после боя? Поставьте мамонта, пожалуйста, кто-нибудь, у кого есть. Чулан, есть мамонт? Да, Волман вверх, Сомалийский будет тьму, да и все. Да. Да. Спасибо.
Хорош. Ты думаешь, я не умру? Ребят, на кого скажете? Свет Сомалийский, Тьма Волман. Оба паладина. Ровно наоборот. Разве? Да. Дайте, пожалуйста, пристабав порейду. Нужно гнать. Думаешь, сорвут, что ли, с меня с таким наполом? 4 напольщика есть. Ой, это я задал вопрос. Ну, просто свет мне, Тьму Сомалинскому. Да, просто смысла нет. Если меня сейчас будет складывать, я просто не пойду паладином и все. Пойдешь, да и все, я буду танчить как-то. Ну или так. Обычно. Рейтинги, у меня рейтинг защиты не собран. Сколько у тебя рейтинг защиты? 71. На пол. Так нормально? Нет. Да. 75. Да вы, блядь, заебали, определите. Сомалийский танчит Тьму, я танчу Волман Свет. Все. Чопс. Молодец, Хмурый, блядь. Умри там, нахуй. Нахуя вы эту сову вообще берете в рейд, блядь? Блядь, сука, перебеги в другую сторону. Ты чё, этот метеора не сдох? В обычке, блядь. Готовьтесь, метеор. На той стороне не перебегайте, блядь. Назад вернем. Прожимку отдал. В мире сумерек вы найдете лишь страдания. Ой, можно пофакашить. Если посмеете. Заходим. Вы чё через огонь? Чё в эту? В лужу зашел? Хмурый Берни Войт Бист. Бать на эту сторону, сюда, за печенькой. Кулак сюда. А, ты друид. Да. Нет, не раз только началось. Закончилось. Еру там дать, не? А чё у нас профи-хард делает здесь? Чё, потому что это вторая фаза, возможно, блядь? Нет, он перед лицом босса просто. Зоэл, Шейпер, Вольтер, выпали. Да бьём, хватит ДПС. Хмурый, иди вот, уйди оттуда, бля. Сейчас босс выйдет, тебе пизда будет.
Какой у тебя минус? Так это... Что? Так это давай шипы. Тьма, наверное, нет. Стоп, пора, 70%. Я вообще... 80, стоп, стоп, стоп. Перешли, 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 метеор. 50 бьем. С правой стороны. Котлас, выбеги. Где он, сука? Заспали меня. Минус 4 ДД во тьме. Стоп, свет. Свет, стоп. Бейте. Ты ту можешь дать Геру, если нет, когда... Стоим тут, стоим все тут. Хмурый перебежал оттуда. Свет, стоп. Стоп, бля. Бейте. Вот поэтому я войти во тьму. Ужас, Анг. Фелшер. Свет, стоп. Бейте. Не идите во тьму, лезвие. Беги, малышка, беги. Заходите, прошло лезвие. На котласе метка. Кто, сука, ну нахуя ты здесь стали? Так рано. На танке. Не, метеор не на танке. Чего метеоры так кидаются, блядь? Вы чё, блядь, под своей комнате стоите? Я хуй его знаю. Да вообще, Сэрка. Вообще пиздец, они по всей комнате нахуй разбежались, блядь. Фелшер. Свет, стоп. Как? Бейте. Метеор, прибежали. Фелшер. Хат улетает и улетает, и, блядь, всегда под морду, да? Мурый, уйди с лица на. О, Мэр, ты дашь на ГЦ. Волман ГЦ. Я тоже её буду ролить. Чё там, расскажите, моя шутка. Тоже её роль. Кто, сомалийский был вроде? Ошибки против харда, объясните. Или Волма, для Волма это бис по его листу. Если бы он босса стоял, часто этого нельзя делать, вот твоя ошибка. По его листу для него он хочет, я не знаю зачем. Давайте решим, если по волманскому листу это бис или предбис, пусть... Мне по... По моему листу это... Заменить говна жизненную силу Владыки Мира. Она лучше будет. Мне походу не ролит ничего вообще. Мне нужно. Объект у меня для босса, ну.
И... Тебе на... У меня тут надо. Ну, я бы потестила. О, спасибо. Ну, давай отдам ей. Да без проблем. Че, ребят, все можно, ТПшиться, да, в Долоран. Какой капхас ты, блядь? С да. объектом, я не знаю, блядь. Чешка 263, у него 155 объектов. У него Талик Хэм, у него Талик Хэм и объект. Не знаю, где ты видел трубу, да? Талик. Дайте ЕП, пожалуйста, нужно уйти. Не Талик, объект. Ребят, все, расход или что вообще? Я не знаю. Да, да, босса убили, расход, отдыхаем пока. О, ладно, потом с кем? Объясните мне. Она вышла, это новый шаман, вот это вот, Deep Throat. Оля, кажется. Ничего. Начисли отдельно, она, по-моему, альтов 4 нажала. А зачем? Хуй знает. Короче, шея говно, короче, вот это, резня. Вообще полное говно. У нас АРП? Это кто да. говорит? Профи Хард говорит. Да говно, я вон поменял на этот, на Сострова, у меня ДПС поднял. Потому что этот босс очень быстро убивается, поэтому ДПС и поднялся. Это ладно, нельзя не будет. Пускай то и другое будет. Ты можешь просто свапать на, длинных боссов, ну, точнее, на длительных боссов резни. Я просто отдам. А на таких коротких с проком. Ну, в принципе, я не сильно косячил, нет, ребят, я просто не особо шарю. Да, вроде нормально. Ну, за исключением того, что там вроде говорят под мордой стоят. Да, не стой перед лицом драконов никогда. И под хвостом я, тоже. Я прыгнул, потому что у меня, блин, он откинул туда. Он меня